Всем привет! Всем привет! У нас снова был небольшой перерывчик. Вот, Наташа им воспользовалась и немножко подкачалась, меня догнала. Не то чтобы догнала, все равно ты впереди смотри. Вот. Ну да, оторвался немножко. Качалась очень хитро. В главном меню есть режим такой Grindhouse. От слова гринд. Вот. Там можно перепроходить главы, при этом добавляют различные испытания, за которые дают дополнительные плюшки в виде денег, там, может быть, вещей и опыта. Но, в принципе, то же самое, что уровень, только вот какие-то дополнительные задачи дают, там, собрать, допустим, 6 пиратских повязок или еще что-то такое. Да-да-да. А так все то же самое. Может быть, мы его покажем уже после прохождения сюжетки, посмотрим. Ну, в общем, в итоге я своему инженеру подкачала брони. Давайте сразу покажу, чтобы вопросов не было. Вот, видите, до звезды все сделала. Молоток, пожалуйста, колотушка. Бомбы подкачала, опять же. Шапку подкачала. Вот. Ну, чтобы хотя бы меня так не пробивали сильно. Я сначала начала вообще проходить с первой локации. И как оказалось... Так, ты чего меня перебиваешь там? И как оказалось, то есть там мобы не скалируются, они маленького уровня, и в итоге вот я пошла на тот режим. За них опыта мало дают, да, и денег мало. Да-да-да. В общем, суть в том, что... Вы там все закончили разговаривать, нет? Можно продолжить? Я к чему вообще начала про первую локацию? Я там выбила две новых вещи, по-моему. Как ни странно. За прохождение они нам там ни разу не упали, а сейчас я вот хотела бы их показать. То есть это... А что они такие активные? Болтают и болтают, а? Не знаю. У мага... А. Странно, а почему? Я же здесь маг. А, ты не маг, потому что... Ну я надо... хотя бы покажу просто, наверное. Ну да-да-да. Сейчас вот так сделаем. Так будет проще. Вот такой посох. Вот этот посох, кстати, я не помню. Дали его за прохождение последнего босса. А, вот, единорога дали, по-моему. Слушайте, я не помню уже. Короче, вот два новых посоха. Один какой-то упал на локации, другой упал с босса. Вот с последнего. Ага. То есть тортики и тьма. А второй... Вот такой, тоже опять тьма. Сопротивляемость всем видам урона во время подготовки к мощному удару. Вот такие вот прикольно. Интересные посохи. И еще упал у нас... Так, вот такой вот щит у Саши. Вот, вафельный щит. Ага. Я его, кстати, немножко даже качнул... на две звездочки и всего 10 единиц урона. Не знаю, вряд ли я буду им пользоваться. Мне вот этот очень нравится с большим количеством урона. Посмотрим. Я думаю, он его еще подкачает, и там видно будет. Ну да. А еще подкачал вот этот меч от Артения. По-моему, тоже где-то в процессе последней вот локации выпал. Я им не пользовался особо, уже потом прокачал. По-моему, больше отпадает, но это... Может быть, чисто ощущения такие, не знаю. Каску вот эту не трогал. По-моему, больше ничего у меня интересного ну не все, было. Ну и все, в общем-то. Да. Отчитались. Ну да. Больше ничего и не качал. Смотри, с этим и молчат хороший. Все. То перебивали меня. Можно ладно, дальше идти, наверное. Пошли к королю. К королям. Денег нет. Да, денег нет. As they enter the throne room, Princess Muffintop notices the two kings sitting silently on their thrones, not saying a peep.
We did it! We found the recipe book the Bitter Queen is after. The kings remain awkwardly still as they mumble, but the princess is too excited to notice that something is not right. She runs ahead excitedly to show off the great book. As she raises it up for all to see, a thin hand reaches out and snatches it from her grasp. In an instant, the room grows cold. I believe you found my book. Moronic gobblings couldn't get me what I asked, so I just let your pretty, pretty princesses get it for me. Но кто бы сомневался? It is now clear to see that the kings are tied to their thrones and gagged. The queen thumbs through the ancient tome, reading aloud. Salty chocolate balls, no. Magical cake, no. Ah, here it is. Salty lutefisk soup. For when you absolutely need to suck the sweet out of the room. Everyone in the room gags. When I am done dunking you princesses in that magical soup, there will not be a drop of sweet left in you. Злая такая. The queen's goblins come out of hiding. They grab Princess Muffintop as she notices they already have Princess Plump tied up and ready for transport. Come, my goblins. We are off to home, so I can finally start this wonderful soup. And if anyone tries to follow up, I will burn this village to the ground! The brave adventurer runs over and helps untie the kings. Злодейка прям злодейка такая, да? You are a bum! You realize what this means? The bums will always lose! You really must know what this means. This means war. Драки, что ли, совсем? Да, с головой не дружно. О, зато денег дали. Отлично. О, смотри, твоя копия. У нее лицо другое. Ты не видела, какое у нее лицо? Это может вообще он? Может быть. Мы же не знаем. У меня волосы ярче. Фу, да. Ты чего? Это не твоя копия. У него еще с глазами что-то не то. Барабаны смотри. Ага. Народа нет, смотри, разбежались все, да? А у нас одно задание, да, осталось? У нас второе задание висит. А лопатку какое? Золотую надо вернуть. Ага, ага. Давай. Ну сейчас выйдем. Ага. Нас там еще прервут сейчас, похоже. Да, прервут. Hello there. It seems I have an urgent message for you. To be given in the event of both of our capture. Signed, the princesses. Oh, really? Yep, your eyes only, boss. Had a chicken of mine come in so fast it almost knocked me over. It reads, Dearest adventurer, we are fine. For now, but time is wasting. Those be the wise old fruit. He will know what to do. The princesses. Looks like you're headed to Swamp Pass. Good luck. Oh no, but the wise old fruit is with the magic berries. Thank you, strange chicken person. Ты что там передразнивал ее? Я озвучивал нормально все. В ролях такой прям. Ага. Так, у меня есть 1000 денег теперь. Я хочу их потратить. У меня мало денег. Я тоже хочу их потратить, но не могу. Мне некуда их тратить. На лучника разве что. Я тут начал лучника подкачивать, получается, немножко. Зачем, правда, не знаю. Так получилось. А у меня все дорого получается. Нет, я не могу его прокачать тоже. Все очень плохо. Странненько, странненько все. Ладно, пусть деньги копятся, потом видно будет. Пойдем, мы сейчас как раз идем к этим дынькам. Там этот сухофрукт, и мы ему отдадим. Ой, мы не ему отдадим, а там кому-то эту лопатку отдадим. А, слушай, точно. А вот. Я пытаюсь вспомнить. А что это с ними тут такое?
такое? Стихии какие-то, чего-то. Стихии, да. А это разве тут было? Мы тут не были. Мы туда не заходили даже. Ты прикинь. Тут. Почему он тут? Или подожди, тут этого не было. Не было тут этого. Они тут. Мы, наверное, когда починили, оно тут все появилось. Ладно, ага. Давай поболтаем. Смотри, стихии, кстати, разные. Вот эти с огнем стоят, вот этот с тьмой ходят. Ага. Вот тут лед. Он там гром и молнии. Ну давай, болтай. Oh, hello, adventurer. I didn't think I would see you again so soon. Shall we have some sweets and catch up on old times? Oh, yes, that sounds marvelous. The queen has both princesses and the book. We are in big trouble unless you can help. Oh, no. Oh? Oh, yes, that is a predicament. I feared this day would come, so I do have a plan. Oh, what a relief. We need to travel to the Salty Mountains and get a piece of the sweetest sugar from the heart of the mountain. Whatever recipe the queen is working on, the sugar will save it. We will need to hurry. The king's army is already heading to the Salty Mountains to attack the queen's palace. Now, getting to the heart of the mountain will be impossible with all the salt crystals in the way. I can open a magical portal to the heart, but I will have to do it from there. I'll just have to go with you. Thanks, old fruit. That airship to the west of Great Britain should get us there in no time. Let's roll. I think you are working hard enough. You are probably not working hard enough. Trophy time! Я что-то не поняла. Там же вроде сказали, что они друг на друга там начали кричать. А тут он говорит, что они идут в наступление на королеву. То есть они все-таки вместе или с друг другом поругались? Они вместе идут на королеву, я так понял. В итоге. Пойдем на болото сходим по-быстрому. А что там? Ну, квест дать. А, лопатку-то эту. Да, лопатку отдать. Я уже забыла про неё опять. Мы метнем сюда просто по-быстрому. Сдадимся и обратно. Ага-ага. А кто там за нами бегает? Сухофрукт? Нет. Какие-то странные товарищи бежали за нами. Оруженосцы наши. От самого дворца. Оруженосцы. Оруженосцы. Да. Один, который под меня такой весь рыжий. Фанаты, наверное, точно. У моего просто шапки не было. А здесь у нас кто? Мыши сейчас полезут. Embrace death, да. Monster. А! Вкусняшка упала какая-то, наверное. Ну, ой, ладно. Какая вкусняшка-то. Фу. Это, наверное, не грязь, это болото. Болото? У нас же не засасывает болото. Ну, да, не засасывает. Hold still, you monster! Ну, хоть бежать недалеко. Ага. Кому отдать-то? Я уже не помню. Наверх. А, помню, помню, наверх, да. Наверх, сюда. И налево. Ну, хоть бы прибрались. Тут до сих пор все в таком виде. Ага. Hey, found that golden spatula you were asking about. All right. Thank you so much. Now I can make me some good eats. 1000. Это уже прикольно. Можно что-то улучшить, наверное, даже, да? Наверное. Но я не буду пока. А мне нечего улучшать. Тортик это. Разве что вот этот вафельку, да-да-да. А не тортик. Я лучше подкоплю этот меч улучшу. Потом. А у тебя еще есть, да, куда улучшать? Да. У него 48 урон будет вообще. Ага. Пойдем. А где дирижабль-то? В городе где-то был. В городе? Я так понял, да. Не знаю. Странно. Где там город-то?
Хорошо, нам вот куда-то вниз. Угу. Стоп, там кто-то доп. Задание дает? Да. Ну вы совсем что ли? Нам королеву надо спасать. А вдруг по пути? Ну ладно. Бернард? You think you can help me with something? Perhaps. Why the hush-hush? I need help making some forged papers. My father won't let me join the army unless I have a note written by the king himself. I can't get into the Cake and Ham Palace, but I know you can. Hand this to the royal scribe, and I just know he'll help. Был там такой, да. This doesn't sound legal, but we can use all the help we can get. Помнишь там? Был. Не помню. Не помню. Королевский писарь там был. Слева от трона. А с чего бы ему нам помогать? Ну хотя мы же герои. Я думаю, он нас послушает. Эх, ох, ох, смотри, смотри, такие выстроились. О-о-о. Yes. What can I do for you? A man told me to give this to you. Oh, did he? Oh, yes, I see. Well, give me a moment. There we go. This document won't be enough for young Bernard. Visit the royal seal maker in Southgate. А, тоже видел такого. Угу. А вот где он, не помню. Смотри. Сейчас. Я вижу. Ого, в самый вниз. Вниз. Издеваются. А, сундуки резнулись. Смотри-ка, значит, да. Справа тоже есть. А, просто чуть-чуть денег. Так неинтересно. Ну, давай все равно еще. Откроем его. То есть он тут каждый раз резается, наверное. Похоже. О! Бомба вонючки. Что-то новое? А, нет. Нет. Бежали. Мне надо 4000 минимум. Давай ты сундуки тогда открывать будешь. Тебе надо меч прокачать. Не-не-не. Зачем? Я и так крут. Ой. Ой, простите. Там перо, лапка. Простите. Ничего, потом на ужин там. Короче. Вы тут соберите с дороги все, да? Ага. Пригодится. Внизу справа. Угу. Им бы здесь надо было включить какое-нибудь ускоренное перемещение. По пунктам населенным. Да, да, да. Особенно здесь просто бегаешь, бегаешь. Вот ну это. Да, город большой. Ah, I was expecting you. Let's make this quick. Okay, it's right as rain. This meeting never happened. Нормально. Все, забирай. Oh my! You actually did it! I don't even know how to thank you! I'm joining up immediately. If I see you on the battlefield, I will fight by your side. For cake and country! А, так мало, 200. Вот за эту беготню можно было бы и 1000 дать. Две. Каждому. Ну, естественно. Ну, а вдруг поделят? Куда нам дальше-то? По каждому дадут. Ну, вниз куда-то он же. А, точно. 330. Чего 330? Денег. Ну вот, а ты говорил во дворце, Шар. Ничего у него во дворце. Hurry, there's no time to lose. The princesses need your help. What? So many salt creatures. Surely the queen left them behind to slow us down. No matter, we charge ahead. Ага. Надо враги. Ага.
Погоди, если это соленые, интересно, а что против них нужно? Сахар. Тортики? А тортения? Не знаю. Да нет, ну это же не стихия, как бы. Ну как бы стихия, но не стихия. А нужно нам... А, понятно, понятно. Откуда мы начали? Потопали. Потопали. О, сухофрукт с нами бежит. Ага, пляшет. Да он хромой просто какой-то. Хромает. А, хитренький. Он и так умеет. Там, кстати, на пристани были сундуки, надо было забежать, наверное. Ой, да ладно. Они там плохие сундуки. А где враги? Хороший вопрос. Попрятались, наверное, увидели нас. А мы не туда куда-то идем. Надо было ниже проходить. Да. Карта дурацкая. Все карта. Надо было к пристани туда спускаться как раз и влево уходить. Она еще вертится постоянно. Вот разворачивается, вот. Путает. Перепрыгнуть не дают. Может, вот здесь можно? Yeah. Пойдем. Вот сейчас за ворота и направо сразу. Из морковки деньги падают. Ну да, ты только заметил? Да. Ай, стрела. Ага. Вот враги. Ого, ого, вас набежало. Где враги? Знаешь что, тортение это срабатывает статус какой-то. Да? Да, я только что видел зеленым сгорелось от тортения. Ага, то есть против соленых как раз вот твой тортовый ножик сейчас будет. Не-не-не, не думаю, что это именно отлично. Так. Отлично. Нет? Я думаю, что нет. Я думаю, это превращение в торт или что-то такое. Но я не понимаю, как он работает. Ого, вас тут. Ку-ку-ку. Куда-куда-куда? Ну, в любом случае, у этого меча урон хороший. О, от Артени опять торт выпал. Странно, вот этот толстый какой-то. Бью-бью его, он все... У меня тоже вон толстый. Выходите, выходите, давайте. А вот эти быстро убиваются. Причем они не особо-то отличаются. Я как-то визуально не очень поняла, чем они отличаются, да. Подожди, вот здесь сундук должен быть внизу. Ого, там большие. Просоленные. Так, подожди, а где сундук? Слушай, их не резнули, смотри. Ха. Вот здесь сундук был. Скушай тортик. Че, лопнет? Не понял. Сопротивление. Там какой-то странный хочется? Товарищ. Да. А если я поставлю, допустим, гранаты... вот эти вот электрические. Как на них будет, интересно? Встанет, наверное, будет нормально. Не знаю. На ней же не работало же. Не, не работает. Сопротивление, да. Нет, работает. Работает, но не на всех почему-то. Вот на такого горящего не работает. Уже. Ага. То есть до того, как он загорелся, нормально. Но он когда загорается, у него сопротивление включается ко всему, похоже. Да-да-да. Чтобы он мог бежать. Aggression will not stand.
Много их тут. А там-то, наверное, еще больше будет. Ага. Шок, шок, шок. Шок и трепет. Моя граната называется. О. А слушай, он еще и ХП восстанавливает. От Артения, короче, мгновенно убивает, из него торт падает. Да ладно? Да. Как с курицы получается. Только круче, только шанс маленький. Съешь еще тортик. Ага. Ну, за счет разных вещей можно поднять этот шанс. Кстати говоря. Не знаю, но у меня на Тортене не было шанса. Разве что это шапки там всякие. А там на самом не написано было на предмете? Нет. 10 уровень у тебя. Ага. Ох, чуть не померла. Под взрыв попала. Ага. Больно очень. О, этих там закрыли. Ага. А ты спрашивал, зачем? А кто там? Смотри, у меня срабатывает. Да. Сейчас не выскочит. Знаю, бочка какая-нибудь. Прыгаем. Все. А слушай, тут тупик. Зря прыгнули. Я тебя сбила. Здесь нельзя запрыгнуть? Нет, к сожалению. Вот здесь. А я запрыгнул. Ну, молодец. Нам наверх, наверное, туда? А, наверное. Ай, дайте мне кого-нибудь. Мне нужно разрядить ярость. О. Кого ты там наводишь-то, ёлки? Да-да-да, то же самое. Ау. Так, сейчас еще кое-что попробую. Пойдем? Пойдем. О, стражник этот. Nobody likes salt in their wounds. Stay back, you salty devils. Они его превратили в соленого, точно. Засолили. Тоже бодается, гад. Больше нападать не будут? Мелочь всякая, которая... Призывать. Именно. Давай, давай, давай. Мы его вылечим, нет? По-моему, мы его убьем. Да. Ах. Гады какие. Надо отомстить. Да. Сейчас пойдем отомстим. Так, я не поняла, что лучше. Пусть будет молния. Come at me, rogue. Дайте тортиков. О. Немножко осталось. Тортик. This thing looks diseased. Ага. Эй. Да откуда вы там лезете в таком количестве? Вроде раз-раз кончились, еще бегут. Все, почти дошли. Just die already. Вот здесь вот тупик, а нам налево получается надо, да?
Ага, никого. Обратил внимание, что вообще ни одного сундука не встретили? Да, территория как будто вообще другая. Интересно, это не последняя локация случайно? Я не знаю. Но мы же сейчас не к ней идем, мы сейчас идем просто за сахаром. Солевые какие-то там горы. Но при этом она туда же идет вроде как. Да? Да.